Друзья мои, всем привет. Купил себе на фирму вот такого помощника нового. Значит, Citroёn пришлось продать. Отъездил я на нем чуть больше года. Накатал там в районе 60 тысяч. И, в общем, начались проблемы. Перегорел клапан в головке. Значит, клапан поменяли сразу там. Маслосъемные и так далее. В общем, неважно. После этого все равно он продолжал жрать масло. В общем, надоело мне. Да и уже не очень мы сильно в него помещались по факту. И вот купил себе вот такого трудягу на фирму. Значит, Volkswagen T4. 2.4 мотор. Дизель, обычный атмосферник. Трудится он у меня уже, ну, где-то пару месяцев точно. Обзор только сейчас решил снять такой небольшой. Значит, кузов лонг, он удлиненный, на 40 сантиметров длиннее, чем обычный. Значит, шикарная машина, у меня до этого был когда-то такой, давно, для личных целей. Вот, купил тебе для работы. Значит, мотор просто шикарный, никакой электроники лишней, ничего, ломаться нечему. Расход 8 литров по городу, по трассе чуть меньше даже. Тянет хорошо, в принципе, вместительный. Значит, это у нас полный пассажир. Значит, 8+1. То есть 9-местный. Как раз с семьей, с братом ездить на юга. Самое оно, то есть поместимся. Значит, он 93-го года у нас. Значит, по дизайну, скажем так, ничего, конечно, особенного. Старенький уже. Но, тем не менее, ничего особо нигде не шумит, не звенит. То есть все раньше делали на века. То есть ничего прям такого сверхъестественного. Магнитолка, там обычная торпедка. Сюда вот удобно деньги после заказов складывать. Ну, в общем, обычное сиденье переделанное уже, такое более удобное, с лифтом и так далее. Значит, сам салон. Больше тут, в принципе, показывать нечего. Ничего особо нет, ни подогревов, ничего. Оно и тут и не нужно. Значит, крышку нам уже немножечко подбили на стоянке. Так, замазали. С одной стороны, удобно, когда машина рабочая, ее не очень сильно жалко. Значит, вот так вот выглядит салон. Да, сейчас тут не очень убрано. Значит, видите, как удобно. Сиденье складывается полностью. Получается полный клондайк, скажем так, чтобы возить от холодильники. Значит, отдали по утилизации. Кстати, кто не запустил такую фишку, советую. Утилизируем бытовую технику. И инураз, как бы, ну, этот, ладно, не считаем. Инураз нормальную технику отдают, там, и за 500 рублей, то есть даже рабочую, просто люди там решили чисто по каким-то своим этим сменить технику. И просто отдают, приезжаешь в офис, включаешь, все, она работает, продал спокойно и нормально. В общем, не считая этого холодильника, здесь вот полноценные такие сиденья. Вот такие, которые складываются, значит, полностью. Салон легко вынимается, вообще буквально там 2 минуты, и все, сидений нет, они все на защелках. Мы на нем сдавали, значит, когда занимаешься БУ-техникой, очень дохрена всего остается в плане там корпусов плохих, там, да и холодильники, которые там не получилось увеличить. Точнее, не то, что не получилось, экономически нецелесообразно увеличить. То есть прям набиваем, прям битком, без проблем везем, в Чермет сдаем. Как бы, то есть ничего нанимать теперь не нужно. С этим совсем справляется, как бы, наш трудяга. Поэтому, собственно, больше-то про него особо и ничего не расскажешь. Ничего прям такого, никакого шика нет. Едет бодро, трассу хорошо держит. Выглядит, ну, не знаю, на вкус и цвет, как по мне, так еще как бы ничего даже выглядит. Поэтому стоит 330 тысяч я за него отдал. Там даже он, коллега, уже начал его там немножечко подмазывать. Не гнилой, ничего. То есть, ну, всем советую, на самом деле, присмотреться к этой машинке, как для работы. То есть, сервис, купить себе шикарный аппарат. Все, всем спасибо. Может быть, кому-то поможет.